Привет, вы смотрите канал «Новости спорта». 15-й тур английской премьер-лиги. Тур был разделен на два дня, начался он 10 декабря. Вашему вниманию все результаты, я их озвучу. Уотфорд Эвертон 3-2, Арсенал Сток Сити 3-1, Бернли Борнмут 3-2, Халл Сити Кристал Пэлас 3-3, Суонси Сандерленд 3-0, Лестер Манчестер Сити 4-2. Очень много мячей было забито, вы сами видите. 11 декабря тур продолжился. Челси Вестбромвич 1-0. С таким же счетом Манчестер Юнайтед обыграл Тоттенхэм и Саутгемптон Миддлсбро. И завершился тур матчем Ливерпуль-Вестхэм 2-2. Переходим к турнирной таблице. После 15 тура лидирует Челси. На первом месте 37 очков. На втором месте Арсенал 34. И на третьем месте Ливерпуль, у которого на 3 очка меньше, 31. Внизу турнирной таблицы на 20 месте Сандерленд, у которого 11 очков. На 18 и 19 месте Суонси и Халл-Сити, у которых по 12 очков. Также посмотрим анонс следующего 16 тура. Тур начнется 13 декабря и будет он разделен на 2 дня. Эвертон, Арсенал, Борнмут, Лестер и 14 декабря Сандерленд. Челси, Миддлсбро, Ливерпуль, Вестхэм, Бернли, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити примет Уотфорд, Тоттенхэм сыграет с Халл Сити, Вест Бромвич сыграет с Суонси и Сток Сити примет Саутгемптон. Если видео вам понравилось и было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока!